Всем привет! Сегодня 8 мая 2021 год. Мы сейчас находимся в Днепре и будем ехать в Мелитополь. Спросите нас, почему мы туда едем? Да потому что там открытие мотосезона, и наша чепта Angels MC ее организовываем. Едем ее поддержать. И едем мы вот таким коллективом: Хомка, Жека, Сахалин и Алико. Итак, вы на канале Мотолайф, я Комбат. И у нас сегодня открытие мотосезона в Мелитополе. Поехали! Проехали мы Запорожье. Кстати, хочу сказать, что от выезда Запорожья и до памятника Полуторки здесь чесанный асфальт и до сих пор ничего не сделано. Опасно ехать на мотоцикле, вилять особо там не разгонишься. Но здесь у нас нас встречает запорожская чепта. Привет, братва. Бампир. Как? Лучше всех, погода замечательная, шепчет, не жарко. Если надо, умоемся по дороге, примем душ. Ну, в общем, как обычно. А что, дождевик не одеваешь? С собой. С собой? Я экстремал, я люблю на ходу. Привет. Привет. В общем, собираемся. Собираемся и едем дальше. Не переключаемся. Так, мы проехали Васильевку, дорога до Васильевки отличная. Сейчас мы уже будем ехать на Мелитополь. Всю дорогу обзор я сейчас сделаю такой плотненький и покажу его уже в следующем видео. Ну а так, мотоколонна в Мелитополе, встречай нас, мы едем. Ну что, мы уже приехали в Мелитополь. Здесь у нас, как я сказал, открытие. Здесь у нас как раз руководство Angels MC Мелитополь. Касик, привет. Привет, братанчик. Это наш президент. Вицик похудел сильно. Всем привет. Наконец-то в городе Мелитополе мы делаем открытие 2021, потому что нас перевели в желтую зону, карантин как бы послабили, и мы с удовольствием готовы принять всех байкеров, прокатиться по городу, пошуметь, пожужжать, как говорится, и сделать праздничное настроение для себя и для жителей города. Так что все класс. Ну что, сейчас я немножко покажу, кто здесь приехал, что на чем приехал, и строим колонну и едем.
Вот такая мотоколонна была в Мелитополе. Все уже возвращаются на точку старта. Видели, просто мотоциклов очень много. Мелитополь, молодцы. Классно, собрались, мега супер. Ну, автопати не будет, потому что карантинные нормы не разрешают делать мега супер квадро какую-то вечеринку. Но все равно встретились, пообщались. Классно, мы проехали от Днепра сюда под дождем, но это все было не зря, потому что увидели вас, увидели всех друзей. Всем спасибо. Если вам было полезно это видео, интересно, подписываемся на канал MotoLife, ставим лайк и бьем в колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Потому что, дай бог, в следующую субботу встретимся на открытии в Киеве у Crazy Hokals. До встречи на дорогах. Пока!